Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю! Нет, Матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Да к черту церемонию! Эта тварь заплатит мне за все! Где ты? Твою мать. Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь? Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу! Ну, покажи свою силу.
Блядь! Я не пытайся убежать. Я разорву тебя. Ты не увидишь свою дочь. Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Куда это ты собрал? Ты не сбежишь отсюда! Этот замок. Yeah.
Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент услуг. Само собой. Прошу вас, изучите мои новые товары. Понимаю, почему вам это приглянулось. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важнее. Эти руки гораздо проворнее, чем вам кажется. Чё покупаем? Так любил приговаривать один мой друг. Интересных приключений. Так вот ты где. Yeah.
Как ощущения? Мама! Мама! Здрасте. Чё покупаем? Так любил приговаривать один мой друг. Это простая модификация. Я быстро управлюсь. Что, все так плохо? Все это инвестиции, Итан. Спасибо за покупку, сэр.
Ты наконец пришел ко мне? Все в меня неизбежно влюбляются. Эй, не поцелуешь? Давай, повеси. Ненавижу насекомых.